Всем привет, с вами снова Фиоранес, мы снова в Age of Empires 3 Definitive Edition. Сегодня поиграем в какое-то непонятное извращение. Я вообще заходил в комнатку с 40-минутным перемирием. Там было написано 3 на 3 на 2. Я ожидал, что это будет какой-то крутой пиздич. Типа два каких-то крутых профи хотят поиграть некое командное сражение. Оказалось, что здесь пацаны сидят с ботами, хотят сыграть. Но, собственно, у меня давно была мысля поиграть, попробовать за Лакота, а не же Силу. Вот, испытать деку и все такое. Так что, ну, почему нет? На чили, на расслабоне поиграем за них. Против ботов. Но в итоге красная команда боты и желтая команда боты. Странное, конечно, какое-то немного деление. Ну, может, пацаны учатся, тренируются, не знаю. Так. Дека берем. Еще ни разу не испытывал эту деку, поэтому... В принципе, я, наверное, из-за Лакота ни разу еще не играл по-нормальному. Один разочек, я помню, мы сыграли с магистром. И все. На этом мои полномочия все. Так, а что у парней? Там француз, кстати, высокий левел. Такое. Через каву, походу, будет одну играть. Кава и форты. Ой, тут вообще дека слабенькая. Так, ну этого подворовывать не будем прямо из хаты. Что-то такие подлагивания неприятные. Так, давай-ка, рынок. И потом древесину рубить. Так, а ты им помогать в этом деле. Нелегком. Давайте, наверное, до 15 рабочих и навек. Так, иди еще 10 сюда. Дальше так. Забираем. Что-то тут вот этих бобров, логово Андатор, слишком много. Ух, ёпт. Сочно. Очень сочно. Это же обращение? Да, нанять охранника. Давай наймем и свалим оттуда по Шурику. Съёбываем. Так, а еще у меня вопрос, как тут чё с веками? Я помню, что в оригиналке на 5 век я брал пачку бизонов, и потом просто этих бизонов минут 15 шелушишь, там просто потом едой обмазываешься. Походу, здесь тоже та же волбуда, да? Пища, быстрый переэтот, древесина. Давайте пищу возьмем. Еще рабочих поднаймем. А, у него обе способности в откат уходит. Хреново.
Это пока подержим. 20%, 20%. Без разницы, давайте. Хочешь шароебиться. Я вот не знаю, мы двоих-то перестреляем, нет? Бро. Нихуя мы не перестреляем, сейчас ваш вождь отъедет. Это что это такое? Крестьяне быстрее зарабатывают деньги на рынках племени. Что-то синий пришел. Синий, уходи. Прикольно, этот своего челика закинул. По кругу побегать. Так, не, ну я найму. Одного, я надеюсь, мы завалим. Этого давай нанимать. Так, а он же уже, по идее, лидерку-то раздает, да? На скорость передвижения только. Но урон надо отдельно. Найс. Это что? Так, сворачивание построечек. Это нам пока не надо. Пока что вот это все берем. Производить большое количество опыта. Снижать стоимость в поставках в монетах на 25%. А почему бы и да? А у нас нет на скорость строительства? Вроде нет. Ни хрена. Так, вот это давайте попробуем. Еще посмотрим, что это и с чем едят. Так, пацаны, вы отъезжайте. Сейчас одного наймем. Еще. С ним. Поехали. Это уже стенки строит. 9 минут прошло. Так, ну с едой все прекрасно. Я так понимаю, карточка и апгрейды дают свое. Так, всего собирателей может быть 10 штук. Ну и ладно. Нам хватит. Хотя не, мы еще одного своруем. Потом двоих отпинаем. В принципе, рабочих можно нанимать. Мы пока золото ковыряем, пускай строится. Потом просто отменим, навек прыгнем.
источник денег, которого хватает надолго. Нормас. Так, вот это лгуда, по-моему, полезная. Крестьяне создаются быстрее при появлении нам больше опыта. Во, тема. Чё у тебя? Воруй. Все, 10. Отлично. Так, мы все вместе на вторых веках сидим. Лучше всего ситуация у француза. Херой всего у меня. Ну, все, как всегда. Так, поехали сюда. Так, давай-ка городскую площадь. Так, бизонов оставляем пока что. Древесина или быстрый переход. Воины, в принципе, мне нахер, наверное, не нужны. Давайте быстрый переход. Так, сейчас вот это возьмем. Это что? Вы получаете заметную прибавку к получению денег до конца игры, ваше поместье становится эффективнее. Найс. Так, это на лучников, это все на армии. Всадники дешевле. О, француз порадуется, кстати, хорошее. Тимплей, все дела. Так, вы идите дальше охотиться. А какова эффективность? А, не пишется, да? А, нет, пишется. Каждые 187 секунд. Ребят, хватит долбить дерево. Так, еще один городской. В принципе, у нас здесь скала. Я думаю, нам особо ничего не угрожает. Мне, кстати, повезло со спауном. Я, получается, в центре. Каждую минуту. Блин, это херово. Давай еще добавим. Отлично. Прибавку к деньгам давайте. А еще есть такие сокровища? Мне понравились. Нет. Ну, пойдем собирать все подряд. Кто вообще пумы? Так, древесина. Что-то, по-моему, целители не сильно прибавляют.
Так, все, кончилось. Погнали дальше. Вот жалко, кстати, убрали. Здесь только нанять можно. И, ну, именно человек, я имею в виду. В первой, в обычной версии всех подряд. Так, давайте возьмем скидочку. Неизвестно, когда мы там перейдем на следующий этап. О, еще опыт, поехали. Это нам надо. Так, все, штампуем работяг. Ребятки, не филоним. Пошли дальше охотиться. Так, каждые 30 секунд. А сколько у нас всего уже? 5 штук. Так, шикарно. Вот это возьмем. Так, все, еще десяток. А, уже не десяток. Так, где у нас еще тут золотые рудники? Погнали. Я вот думаю, может еще один эту построить? Лишним не будет. Так, чё, сколько у вас? 10. Это интересный предел. Охуеть, тут индус, блядь, всю армию, что ли, ко мне сюда стягивает? Ох, ёлупало, сколько тут всего. Так, хирургов, я думаю, нам хватит. Я их спасаю чисто для ачивки. Надо запомнить, что на этой карте их до хрена. О, Мишка. Не, ну Мишка-то это тема. Так, это что? Пехота, мортиры, аура вождя. Надеюсь, когда будет полторашка, тогда и возьмем. Давайте кау дешевую. Быстрее создавать всадников и учить их наносить больше урона стенам. Все, да? 10.
Отходим. Вы на дерево. Вы сюда. И вот так. Так, ну и плантацию давайте сразу тоже сделаем. Так, значительно повышает запас здоровья всех воинов. Ташунки. Прочность, скорость атаки. Повышает пехотинцев строить типи. Вот эта тема. Так, огнестрельное оружие. Это тоже потом будем грейдить все. Так, ты нам тоже пока не нужен больше. Так, на дерево. Хорошо. Так, вот это давайте тоже. Еще опыт. Класс. Охренеть, тут реально сокровищ. Так, одного оставляем здесь. Давай-ка, наверное, сделай казарму и конюшню. Время у нас еще, конечно, есть, но все же. Так, значит, засаживаем плантации теперь. Все, лимит. Угу. Найс. Так, каждый сам за себя, я понял. Как скажешь. Ой. Вот это хуёво. Я чё-то думал, тут стеночка. В всякий случай я от него, блядь, закроюсь. Так, четверых еще. Угу. Так. Опыта, по идее, подъедет сейчас. Да, отлично, еще опыт подъехал. Давайте это. Хотя, перестали рубить, я понял. Не переставайте. Так, где еще золото есть?
Добываем. А, это этот добывает, я понял. Иди сюда. Так, хорошо. Теперь охота. 30 бизонов, 40 к охоте. Охренеть. Идите сюда. Сейчас будем охотиться внутри хаты. Так, продолжаем ездить, собирать опыт. Юниты создаются быстрее. Короче, все подряд нанимаем. Так, вот только по каве я не помню. Я помню, что воины с винтовкой супер охеренные. Лучники. Против всадников. Против пехоты. Бля, наверное, всю пехоту будем грейдить. Так, у нас есть мортиры. Найс. Так, кава обычная. Кава против кавы. Кава против всего. И ташунки. Кава против кавы, да? Все, погнали охотиться. Так, дерева ни хера нету. Идите сюда на дерево. Еще, конечно, 13 минут, но все же. Так, построй пару вигвамчиков. Они же нас там деф, это, бафают. Так, полевых госпиталей можно иметь 4 штуки. Посмотрим, откуда у нас там атака пойдет. Какая-то застройка непонятная. Это кто? Квамат. Ну, иди сюда. Будешь тут. Так, воин в Такау. Свернуть построечку. Обычную каву загрейдим. А, я могу сворачивать прям абсолютно все. Ля, прикольно, интересно поиграть. Без перемирия, например. За счет такой мобильности это интересно. Че стоим-то? Не стоим. Колотим. Дерева нет ни хрена. Хотя не. Я бы еще здесь стеночку укрепил. Так, область, которая действует, значит, расширяется. Хорошо. Так, тут европейские апгрейды берем. Кстати, да, давайте-ка, наверное, вот так.
Или вообще вот так вот. Каждые 20 секунд. Нормально. Сколько соберем? Так, иди сюда. Тут у нас апгрейды еще не все. Охренеть, да. Грустненько с ресурсами. Ну, с деревом. Две карточки на древесину, на добычу древесины. Я, конечно, понимаю, что тут много апгрейдов, но... Я вроде не так много чего тут строил. Забирай. Ебать, тут укрепился. Так, здесь апгрейд. Так, ну эти, по идее, попередохнут. Надеюсь. Вот это бы загрейдить. Чтобы быстрее постройки сносили. И можно, в принципе, построить ташунки, которые сносят здания. Хотя, идите сюда, наверное, охотиться лучше. Так, врачи у нас будет Ctrl 8. Потом где-нибудь полевые госпитали поставим. Так, лучников грейдим. Вот эту кого надо. Это возьмем. У них, кстати, тоже хорошая осадная. А, у них даже лучше осадная, чем у тех, кто специализируется на осаде. Классно. Так, давайте на опыт. Поехали дальше собирать. Так, а кто это? Кваматы. Чё даем? Кламат-стрелок. Ящики с пищей. О! Позволяет собирать ресурсы немного быстрее. Это приятно. Я, по-моему, в прошлом ролике только рассказывал про знакомого, как убивал животных. Просто, чтобы не убежали. Походу, боты используют ту же тактику. Так, кого еще грейдить? Вот этих надо всадников. Угу. И стрелков. Ну ладно, еще три косаря дерева. Я надеюсь, они успеют собрать.
Так, у нас в основном же за еду, да? Хотя нет, золота тоже много уходит. Ну, больше еды, да. Так, апгрейдик я сделал, все хорошо. Слона, значит, никак не пристрелят. Все, последний апгрейд. Ништяк. Успеваю. Ну, этих давайте, ладно, загрейдим. Так. Давайте на вождя. Это, по-моему, единственная фракция, где реально вождь очень сильно решает. Хрена там. Переселение народов. Слушайте, мне кажется, я сейчас здесь реально на ачивку наработаю. Столько спасений. Так, ребята, строить умеете. Отлично. Ctrl 5 вас. Так, синий на нас попрет, походу. Хотя не, уеби вот этому. Так, 3 минуты. Грейд есть. Можно и последнюю кау догрейдить. Реально, еще 2 спасения. Офигенно. Все, последний апгрейд. А нет, не последний, это предпоследний. Блин. Что-то у меня с едой слишком хорошо. Понимаете намек, да? Да все, ваши услуги больше не нужны, ехайте сюда. Эти там наяривают, я смотрю, вовсю. Все, отлично. Но дерево все равно продолжаем собирать. У всей пехоты увеличилась скорость. Давайте качнем. Не-не-не-не-не, вот это. Всадников. Нутка с дубинкой. Так, минута остается. Можно еще пару сокровищ успеть забрать. И как раз-таки построим кламатов. Итак, нам особо не нужен. Все нужные карточки я взял. Остальное возьмем во время битвы. Все, да? Да, отлично. О, еще тут партия сокровищ. Тут уже опасно.
Так, пачка у нас есть здесь есть. Если что, дефать. А я надеюсь, они же за предельных поставили. Херак там будет легкий. Это самый, ребят, охуевший. Поехали, подеремся, что ли? Не-не, с этой стороны поедем. Так, найс. Это апгрейднем. Чё, я, наверное, на низ пойду. Вот сюда вот. Грейднем 5 этих, грейднем еду. Ну и пособирай пока здесь. Сейчас как раз армия подъедет. Будет хорошо. Они даже это не собираются, по-моему, строить. В принципе, дорога... А, не. Или да. Не сказать, что супер большая. Но если вам не нужен пятак, я возьму. Так, качнем квоматов. Фига себе, квоматы собирают еду. Неожиданно. Ну, окей. Не знал. Где тут наши строители? Погнали. Так, тут уже хата. Так, еще качнем каву. Где одну проебали?
что их маловато, 8 штук всего. Чё там по очкам? О, нормально, догоняй француза. Чё француз? Одна кава. Да. Не, я бы понял там какую-нибудь необычную тактику попробовать или фракцию, но, блядь, 130 уровень, и он играет через одну каву. Ну ладно, пусть радуется. Там скидочка у него есть. Так, пацаны построили. Красавцы. Делайте вигвамы. Ломаем тут. О, бля. Одна кава. Хотя не, нам здесь кавалерия, наверное, пригодится вот это вот. Так, давай сюда. Пушечки работают. Блять, это голландец, что ли? Сука. Обожаю воевать против Голландии. Давай сюда. Погнали ломать все. Что там? Акбар слился, окей. Так, первый городской противник. Вот этот, что ли? Специальный танец. Погнали. Апнем ташунков. Кстати, тут, в принципе, и танцевать не обязательно. Ой-ой. А, вот эти пацаны приехали, хорошо.
Так, а где лучники? Там на лучников карточку брал. Интересно посмотреть, что дает. Блин, надо будет за этих индейцев попробовать поиграть против игроков. Мне кажется, такая мощь. Ну, кстати, пару ребят можно на вот эти огородики. Давайте бизонов призовем. Хрена тут пушек наехало. Фокусим. Так, ты со своей лидеркой еще сюда подъезжай. Ну-ка, вы должны быстро здание, по идее, сжечь. Ну, хз. Я думал, будет побыстрее. Наносить урон по стройкам, использовать стрелы большой десант, защита нарушает. Ага. Ладно. Так, тут дохуя пушек приехало. Давайте за стрелами побалуемся. Мы, кстати, по золоту, я смотрю, догоняем еду. Так, ребяточки. Давайте строиться прям вплотную. Так, лидерку тащим сюда. Так. Идите сюда, охотитесь. Так, вы сюда. И вы сюда. Так, остальных на дерево. Я только так и не въехал, где я могу нанимать пушки. В посольстве. А посольство строить мы и не умеем. Круто. Давай, мортиры. О, найс. Бизоны.
Так, у нас где-то здесь рабочие. Угу. Идите-ка сюда. Замутите мне в посольство. Так, раз, два, три. И лес рубить. Так, лидерка одна наша сдохла. Не кайф. Ванька грозный минус. Еще бизоны. Да-да-да, пушки сносим, давайте. Охуеть, он реально, блядь, на одни пушки налегает. Ой, не то. На урон надо. Построила? Красота. Клинит нет. Давайте до паровозика обнимаю здесь уже. Хорошо. А чё, он вообще меня не трогает, что ли? Охренеть, он мне казарму сносит. Прям намеренно. Ой, бля, оранжевый пришел на помощь. Вигвам, казармы. Не, ну боты по очкам зато летят вниз. По идее, скоро они ни хрена уже строить не будут. Так, вот живой. Живой. Там пульверин приехали. Кстати, пушки довольно быстро делались. Тащим сюда. Сносим форт. Так, тут лучники. Вот тут все развлекаются. Одной кавой играют ребята. И потом интересно УС-ку посмотреть будет. Мне почему-то кажется, я больше них наубиваю. Еще одного, да, все, они эту тиму добили. Ох, он
На кого налегает? Так, все, пушки снесли. Так, что у нас золото больше, чем еды. Ребята, переквалифицировались. Что у нас? Трай бизонов? Ебать. Охренеть. Это самое. Идите сюда. Че, мать? Ёпта вашу. Охренеть, бля, вот это вот на превьюшку пойдет. Просто мясо. Много-много мяса. Тиммейтов звать не будут, пошли в жопу. Ой, у нас вот здесь что-то нехорошо. Ребят, зафокусите. Сейчас, блин, все казармы мне опять снесет, сука. Ой, по крестьянам вообще урона нет. Тиммейты приехали. Этот сдался. Отлично, остался только брит. Блин, лучше бы они запустили 3 на 5. Было бы поинтереснее попотеть. Так. В принципе, сейчас можно уже ташунг строить. На снос. Ой, и на сожжение. Зончиков. Ну все, раскрошили.
что у него еще осталось? Посольство? Все. Гиги. Зашаги. Так. Чё-то по очкам я в жопе. По всем ресурсам я тоже не очень. Пища. Да ладно. Здесь древесина. Деньги. Убито. О! Найс! Не зря мясорубочку с голландцем махался. Ой, войско вообще шикарное. Почти что 3. Ну, 2,5 где-то, ладно. Так, на втором месте француз и тиммейт. Убили по 1000. Ну, кстати, у них у француза войско еще лучше. Ну, тут, блядь, одни жандармы просто. Да. Не, кстати, по классной силу здесь. Реально, вот смотрите, я спамил кавой, дорогой кавой, да, и по ресурсам, в принципе, держался на плаву. Ну, чуть-чуть, наверное, уходил, но все равно. И просто вот это вот количество вот это вот бизонов. Жесть. Не, вот это пойдет на превьюшку. Охренеть. И сколько бы еще я их понастроил. В общем, надо будет сыграть против людей. Вот, но это потом. Сейчас с вами был Филранес. Всем пока и до новых встреч.